16 января 2024 год. Была у меня хохмочка. Если февраль обещал быть теплым, скажите свое февралю. Сейчас у нас ливень. Затопило кедрень феня. Закапывал блиндаж. Промокло все к дьяволам. Блиндажи рашистские, не рассчитаны на комфортные условия. Бутылка промокла все. Я так понимаю, Серега, это вы обшивали, да? Пена вот это ж вы уже делали, не россияне? Пленка стояла. Пленка была, да? И утеплитель был. У нас плетенка утеплитель. А вот сейф. Это наш. Металлизированный сонаж, да? Угу. А пену это уже наш, с нашего, да, Петрозова? Угу. Ну, то такая фигня. Залила в январе. Бывает и такое. Мокрый до последнего, я же говорю, нижнего белья. Будем как-то сушиться, сижу в бушлате на голое тело, потому как больше ничего сухого нет.